Рекордсменка по числу нападений на полицейских. Ленинский район и Чебоксар вынес приговор 26-летней девушке, которая уже трижды набрасывалась на служителей правопорядка. В июле этого года жительницу столицы доставили в отдел полиции после драки, в которой участвовали ее знакомые. Нетрезвая девушка устроила скандал и набросилась сначала на одного, а затем на другого полицейского. Отмечу, что до этого случая она дважды привлекалась к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителей власти. В 2012 году была оштрафована на 15 тысяч рублей, а в 2013 приговорена к 2 годам условно. В третий раз суд назначил безработной буйной горожанке уже реальный срок. По результатам рассмотрения уголовного дела в Ленинском районном суде города Чебоксары 26-летняя безработная горожанка, признанная виновной в применении насилия в отношении представителей власти, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения 14-летнего возраста ее малолетним ребенком, которому на данный момент 8 лет.